мишенью новых преступлений. Делать мишенью преступлений свой народ недопустимо. Ни в каком варианте. Да, прошу. Есть на самом деле во Франции вот такая ситуация, когда в 60-х годах, когда я учился в школе, у нас был учебник по истории, где было написано, в 732 году в городе Пуатье, где я родился, Шарль Мартель остановил движение ислама на север навсегда. Это было в 60-х годах. История карикатура.